TIS。Демонтаж магнитолы Mazda 3 BL. Для начала необходимо отстегнуть дефлекторы воздуховода. Держатся они на клипсах по периметру. Начиная с крайнего правого угла, отщелкиваем ее по всему периметру, используя пластиковую лопатку, дабы ничего не повредить. Отщелкиваем все клипсы. Отключаем кнопку аварийной сигнализации. После этого откручиваем два шурупа под крестовую отвертку. Щелкиваем магнитол с клипс. Далее отсоединяем все штатные разъемы. Демонтаж магнитол завершен. Далее необходимо подсоединить все разъемы для новой магнитолы. Это два USB и лоток под сим-карту, которые выведены в бардачок. Вот они. Антенну радио, GPS-антенну, антенну 4G для сим-карты, основной питающий разъем и питание CAN-бус адаптера. После этого приступаем к сборке. Защелкиваем магнитолу на штатное место. И защелкиваем дефлекторы воздуховода. Установка магнитолы завершена.